Резная кованая беседка сразу вписалась в пейзаж поселка Шмидта. На перекрестке Мостовой и Железноводской каждый день полно людей, кто в церковь идет, кто в школу. По дороге теперь смогут и водички попить, и передохнуть. И старушки пока подойдут с той улицы, устанут, тут в горку нужно подниматься. Придут, сядут, отдохнут, нальют воды, потом домой уже пойдут. Это, в общем, такая старая традиция, когда рядом с колодцами ставили вот такие вот маленькие беседки из дерева, да, где путник мог после длинного пути сесть спокойно, посидеть, попить воды. Значит, это всегда приветствовалось. Крыша от снега, дождя и солнца. Для жителей поселка близость и удобство колонки с водой – жизненная необходимость. Вода подведена не во все дома. Я надеюсь, что мы получим больше эффекта и от жителей города, но в плане того, что они бережнее будут относиться к слову «вода». Воду надо беречь, каждую каплю она дается очень тяжело. В прошлом году в Самаре установили 5 таких беседок, за неполный 2015-й еще 5. В поселке Шмидта теперь 2 беседки с колонками. Нужны еще, в один голос говорят жители, власти готовы помочь. Будем организовывать проведение конкурса, да, чтобы эта беседка появлялась в тех местах, где люди благоустроят и какую-то прилегающую территорию, чтобы не только замыкались, да, с той стороны внутренней своего забора, но и как-то участвовали в приведении в порядок, в достойный и приятный вид и вот у общей территории. Вода, поступающая в колонки, предварительно проходит тщательную очистку. Пить ее можно смело. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.